Всем привет! Вы смотрите рубрику «А что едят вы?» И сегодня мы будем пробовать кухню Молдавии. И в этом мне поможет моя семья. Мой папа Александр и моя сестра Галина. Буна, а что едят в Молдавии? Сегодня мы будем готовить традициональное блюдо мамалыгу и жареную рыбу. Со шкварками и муждеем. Поехали! Понадобится рыба, крупа кукурузная, чеснок, растительное масло, сало и яйца. Свежую рыбу нарезаем кусочками. Обязательно ее перчим, солим, перемешиваем хорошенько. И можем немного оставить ее мариноваться. Дальше мы ее обваливаем в кукурузной крупе и обжариваем. Пока жарится, одну миску воды греем до состояния кипения. Отдельно жарим сало. Идеи – это молдавский соус из чеснока, масла и воды. Измельчаем, добавляем ложку масла, ложку воды. Вода закипела, добавляем 2 миски крупы на 1 миску воды. Не забываем перемешивать шкварки и обязательно рыбу переворачивать. Параллельно жарим яйца. Когда крупа у нас закипела, 2 минутки еще постояла на маленьком огне, мы ее переворачиваем и оставляем немного остывать. Наша мамалыга готова. А вот и наши молдавские блюда. Яйца, рыба, мамалыга, муждей, можно взять еще творога и, конечно же, овощей. Шкварки для тех, кто у нас ест мясо, но не для меня. Выкладываем все на тарелку, муждеем поливаем мамалыгу и рыбу. Это очень вкусно. Пофтабуны, что означает на молдавском «приятного аппетита».